Алло, Олимтрейд, верни деньги, блин. Деньги списались, и на e-payment'е пусто у меня. Так, все нормально, я 5 минут понервничал, и все хорошо. 5 минут прошло, и 13 860 евро у меня на e-payment'е. Всем привет. Так, почему магнитик с Мальдив криво висит? Вот. Вывел я 1 000 000 рублей. Как и все, храню деньги в холодильнике, чтобы сохранили свежесть, потому что когда лежат в тепле, теряется запах. Вот так вот выглядит 1 000 000 рублей. В долларах здесь у меня редисочка. Вот так вот выглядит 1 000 000 рублей в евро. Купюры по 50. Здесь у меня яблочки, огурчики. Ну, в целом пусто, да, в холодильнике у миллионера. Но все, что нужно для жизни, есть. Деньги, икра. Вот такое вот веселое начало. Решил немного добавить я юмора. Итак, смотрим. 2 пополнения. Первое, помните, да, мой путь к 1 000 000 на 130 тысяч рублей. И потом, когда я приехал со Шри-Ланки 23 сентября, я пополнил еще на 200. И, кстати, я для вас записал путь к 2 000 000. Там я возьму все свои видео за 8 месяцев. Вот эти вот 2 миллиона у меня получилось заработать за 8 месяцев. Я возьму все свои видео в одно. Получилось там на 2,5 часа. Вот кому интересно, полностью посмотрите это видео. Наверное, на следующей неделе я его смонтирую. Итак, смотрим. Пополнение, смотрим выплату. 25 мая я заказал, 26 мая деньги пришли, ровно заказал 1 000 000 рублей. И вот еще с лямчика я буду стартовать. Так, переходим в ePayments. Вот, видите, 13 тысяч, давайте я обновлю страницу. Для неверующих еще раз обновлю. Вот. Вывожу рубли, а на ePayments приходят в евро деньги. Смотрите, интернет payment from кошелек, payout from Olymtrade. Вот, 1 000 000 рублей в евро, по курсу получилось 13 866 евро. Вот, кстати, у меня еще карты не активированы, я потерял все свои карты и теперь перезаказал. И сейчас, кстати, они уже пришли, можно их уже активировать. Вот такая вот ситуация. Переходим в вывод. Так, что они здесь пишут? Быстро. Обработка заявки в течение 1 дня. Вывод средств без комиссии. Неограниченная максимальная сумма вывода. Да, выводят мне в течение 1 дня. Ну, на VIP-аккаунты в течение 1 дня. Да и на обычные аккаунты тоже практически в течение 1 дня. Если нет, то там можно ждать где-то, ну, 3 дня. Это я ждал максимум. Нет, максимум я ждал, помню, 5 дней. Это пару раз такое вот было. У них даже это в правилах написано. Следующая цель, я думаю, у меня будет 3 миллиона рублей, и я ее сделаю к Новому году, я думаю, я ее сделаю. Да какой к Новому году? Наверное, раньше. А может быть, не раньше, не знаю, смотря как я буду торговать на этом аккаунте. Так что добро пожаловать в мою бесплатную закрытую группу по заработку. Первая ссылка в описании, вторая ссылка в описании. Это открытая группа с сигналами, там я выкладываю статистику своей торговли. Огромное спасибо всем за просмотр, подпишитесь на канал, обязательно поставьте этому видео лайки. Всем удачной торговли, пока!